Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим Башкатов. Я являюсь директором по исследованиям в области сравнительного права Центра международных сравнительно-правовых исследований. Я хотел бы пригласить вас на очередное заседание финансового клуба, которое состоится 2 октября и будет посвящено различным процедурам банкротства небанковских финансовых организаций. Тема эта, к сожалению, приобрела большую актуальность в связи с тем, что большое количество негосударственных пенсионных и инвестиционных фондов стали банкротиться. Одно дело инвестиционного фонда «Пересвет», чего стоит. Между тем, фактически российское законодательство плетется в хвосте прогрессивных правопорядков, которые уже давно предусмотрели специальные особые банкротные процедуры для подобного вида юридических лиц. Мы хотим обсудить, насколько реабилитационные процедуры приспособлены для банкротства подобного вида организаций. Дело в том, что, как вы знаете, в России применительно к пенсионным фондам и инвестиционным фондам санация не применяется, потому что считается, что пенсионные накопления и так сохранены, они отделены от капитала данных организаций. Между тем, как вы понимаете, потенциал реабилитационных процедур вполне мог бы быть использован для того, чтобы превратить, в общем-то, организацию, которая уже дышит на ладан, в нормальное действующее юридическое лицо. Также хотим обсудить проблему ранжирования кредиторов. Действительно, так получилось, что в России все, по сути, под одну гребенку. Это связано во многом с тем, что не так распространены эти организации у нас в обороте, и, может быть, действительно стоит задуматься о том, чтобы инвесторы приобретали какой-то более привилегированный статус в зависимости, например, от того, что они рефинансировали соответствующее юридическое лицо. Эти и другие вопросы мы будем рассматривать 2 числа, 2 октября, в 18:00 в библиотеке Центра международных сравнительно-правовых исследований на Кадашевской набережной. Мы, конечно, не хотим превращать это обсуждение в театр одного актера, когда один признанный специалист с метрским тоном в конце обсуждения говорит, как правильно или неправильно. Это только начало дискуссии. Мы позвали принять участие в нашем круглом столе ведущих специалистов в области банкротства: Андрея Егорова, Олега Зайцева, Рустема Мифтахутдинова, Юлия Тая, Евгения Суворова. Всем, кто как-то сталкивался с банкротством, известны эти имена. Также примут участие в нашем обсуждении представители регулятора, представители Центрального банка, а также агентства по страхованию вкладов и многие-многие другие специалисты. Приглашаем вас к нам 2 октября.